В гористой местности западной части Саудовской Аравии, в 70 километрах от Мекки, расположен туристический город Эт-Тайф, исконные обитатели которого – как люди, так и дикие бабуины, живущие вдоль автомобильных трасс. Уже несколько поколений приматов занимаются активным рэкетом проезжающих саудовцев. Достаточно автомобилю сбросить скорость до пешеходной или остановиться, как водитель и пассажиры немедленно оказываются в сфере пристального внимания обезьян, буквально лезущих во все щели несчастной машины. И если вы не поделитесь с братьями меньшими, просительно тянущими к вам розовые ладошки, орехами или яблоками, то смело можете направляться в автосервис. Оторванные дворники и другие мелкие поломки вам фактически гарантированы. Все новости Большой Азии смотрите и читайте на нашем сайте.